Скажите, сейчас много разговоров идет о том, что очень много фильмов, которые присутствуют на этой киноделе, подходят в категорию чернуха. Ваш фильм как раз, насколько мы понимаем, отличается. Вы, в принципе, любите такие более позитивные фильмы, вы считаете, что это ваш конек. Почему вы решили именно с такой позитивно, когда многое из того, что вы сейчас выходит из России, довольно такое темное, негативное, грустное? Ну, у меня нет понятного ответа для вас. Я не могу ответить, почему, да? Выходит что-то негативное и грустное. Начнем с того, что я не очень как-то наблюдаю за тем, что выходит. Вот. Я не думаю, что моя история, если говорить о фильме «Дом солнца», такая уж веселая. Это, в общем, печальная история, на мой взгляд. Но она ведь о любви, а любовь – это ведь такая сентиментальная вещь и чудесная. Ну, поэтому в ней есть все, как известно. Скажите, а чем... Это во-первых. И во-вторых, прямо сейчас я вам скажу. Я сегодня с утра, у меня же бессонница, потому что я прилетел в другое время, не знаю. А, ночью. Почему меня посетила эта мысль, когда мы очень хотелось курить, а у вас курить невозможно. Что в мире так много, ничего нового не говорю, в мире в этом так много зла, к сожалению, что, наверное, может быть, есть какая-то, ну, не то чтобы задача, а необходимость все-таки утверждать в своей жизни совершенно другую идею. Красиво звучит, да? Красиво. Но это бессонница, понимаете? Бессонница. А бессонница всегда самая лучшая. Понимаете, всякая дрянь лезет в голову. Хотя, да, хотя да. Бессонница без сигарет, это жестоко. Я нашел, скажу вам честно, я нашел одно место, где не работает пикалка, и я там курил. Я обманул эти системы контроля.